Доброго ранку усім. Ось я тільки що поговорила з нашою гостею, поки що скриваю її від вас, тому що сьогодні у нас вийшов з Машею такий дівочий ефір. Сьогодні ми говоримо про чоловіків, про кохання, взагалі про наші взаємовідносини. І знаєте, хто до нас у студію завітав? Учасниця, фіналістка шоу «Холостяк» Юлія. Ви готові? Юлія Бівченко, вона завітала до нас у студії. Сьогодні вона розповість всі секрети, які вас цікавлять. І в першу чергу, не знаю, я чомусь почала переживати, тому що в мене, як у кожної дівчини, яка дивилася «Холостяк», одразу купа запитань у голові. Перше запитання. Як ти вирішила туди піти? Ну, на самом деле, мне кажется, меня сама судьба туда привела. Я еще, будучи в последних отношениях, подсадила своего парня на просмотр проекта и говорю, будешь себя плохо вести, пойду на холостяк. Да, но так вышло, я не знаю как, что через год я реально очутилась на проекте «Холостяк». Я зашла на сайт, хотела заполнить анкету. Ну, посмотрела, анкета была такая длинная, думаю, да не, наверное, не буду, не в этом году, может быть, когда-нибудь потом. А вот. Но через неделю ко мне в Инстаграм постучался редактор и предложила прийти на кастинг, попробовать пройти кастинг. Вот я пришла, как и все девушки, на кастинг, заполнила там анкету, просто была собой, рассказывала о себе, и через несколько дней мне уже позвонили и сказали, что я в проекте. Вау, и дошла аж до финала. Ну, как-то так. Ну, скажи, вот честно, давай зараз честно на канале «Правда тут» с нашими глядачами, mm-hmm. с нами, вот действительно появляются почуття на цьому шоу? Ну, чувства сыграть невозможно. Как бы я пыталась их скрыть, подавить в себе, такая, нет, а я вообще никогда, я тут просто пришла, я сейчас просто посижу, посмотрю, как оно, и вообще пойду. Но как-то вышло не так, как я себе думала, на самом деле. Я не предполагала, что могут появиться чувства, и вот как-то и потом в итоге разовьется еще и мое сердце в конце. Ну, це відбувається через те, що ви зосереджені тільки на стосунках, замкнуте якесь коло спілкування, чи через що? Ну, я не знаю, как у других девушек, я буду судить по себе, но мне Миша понравился еще с первой вечеринки. Мы пошли на первое свидание, у нас было много общего, мы общались, смеялись. И я такая думаю, боже, это, наверное, точно судьба. Если вдруг это снизошло на мою голову, и вот он, это я верю в знаки. И так подумала все. Да, и я думаю, это, наверное, точно. Но вот оно как-то так все было. Я чувствовала, думаю, может, это мой человек, и вправду, может, не зря я здесь. И да, конечно, влияет то, что мы изолированы, мы в замкнутом пространстве, в принципе, только на отношениях мы сосредоточены. Это влияет, просто это влияет, наверное, на скорость того, как мы влюбляемся. Вот. Но тут чувства есть, либо их нет. Mm-hmm. То есть даже замкнутое пространство не поможет, если к человеку нет никаких эмоций, чувств. То есть... Юлій, чесно скажу, я дивилася цей «Холостяк», так серію через серію, але дивилася. Ти була... Напевно, що одна із найемоційніших дівчат. Mm-hmm. Ти плакала, ти сміялась, ти ображалась, ти радувалась. Такий, знаєш, максимально широкий спектр емоцій. Чи важко було дійсно на цьому самому проєкті? Ну, определенно сложно, да. Вы же видели, какой спектр емоцій. Да, сложно было. Но я просто была собой. Как бы я не пыталась кого-то играть. Это достаточно сложно. Ну, мне лично было сыграть что-то, потому что если мне было грустно, мне было грустно, если мне было весело, мне было весело. То есть я это не скрывала, я не стеснялась быть собой. И, наверное, проект мне помог принять себя и полюбить себя. Как бы я смотрела потом на себя со стороны, и мне нравилось то, что я видела. Да, я плачу, это нормально. То есть раньше я стеснялась того, что, ой, нет, я такая сильная, я должна держать все в себе. Нет, я разная, я слабая, я сильная, я уверенная, неуверенная, влюбленная, обиженная, злая, расстроенная. Ну, по-разному. То есть это круто, на самом деле. Я посмотрела на себя со стороны и... Не знаю, полюбила себе більше. Вау, це вже цікаво. Слухай, ну мені так само цікаво. Ну, ти ж була на холостяку, да? Ти ж така холостячка, все круто. Але дуже багато дівчат кажуть, ну як можна за хлопця боротися? На тебе це якось впливало? Що ти думаєш з цього приводу? Це нормально чи це ненормально? Ну, все-таки ми знали, куди йшли. Я знала, куди я йду. Вот. Я тут більше навіть не за мужчину боролась, а за любов. То есть я понимала, что, ну, что для меня это важно. И я верила в то, что у нас это взаимно. Uh-huh. То есть если бы я не чувствовала отдачи от него,
Вот, ну, как бы, вряд ли бы я брала, зачем, какой смысл, ну, если я не чувствую ничего от человека. А так я чувствовала взаимность, и это давало мне стимул бороться. То есть я думала, ой, нет, это просто потому, что мы на проекте, вот сейчас вот мы это все переживем и будем вместе. Вот. Я понимала, что нужно прикладывать какие-то усилия для того, чтобы получить что-то, для того, чтобы быть счастливой. За счастье нужно бороться. Вот. Но если человек уже ничего к тебе не чувствует, нет взаимности, то какой же смысл? Немає сенсу. Нет, смысл. Зараз скоро, да, скоро будуть виходити на екрани, буде виходити проект «Холостячка». Mm-hmm. Чи хотіла б ти, можливо, взяти участь в такому проєкті, коли ти одна принцеска і за тобою всі чоловіки? Ой, я навіть не знаю. Ну, мені кажется, це дуже складно. Я такий м'який, душевний чоловік, я би, не знаю, як відпускати кожного мужчину, йому щось потрібно говорити, як відказувати, об'яснити, извини, ну не сьогодні, не ти. Ну, слухай, ну вже ж ми відмовляємо. Да, ну тут просто кожну неділю потрібно відказувати. Це достатньо тяжело. Ну, мені було морально сложно. Обижать. Я не люблю обижать людей. Вот. И тем более на поздних уже этапах, когда у мужчин появляются чувства. Они тоже люди. Не знаю. Не, я, для меня... Ну, слушай, как бы мы были только с теми чоловіками, яким мы подобаємось, ну... Це нормально. Я маю на увазі, чи такий проект загалом тобі ближче, чи як сказала Ангеліна, ти за те, щоб боротися там за кохання? Ні, ну звісно, звісно, краще бути принцесою вокруг себе. Це зрозуміле діло. Вот. Не, в идеале, конечно, конечно, да, было бы интересно, вот, но оно так кажется со стороны, что ой, да ладно, ну там сегодня этому отказал, завтра этому, но все равно ты привыкаешь к человеку, у вас появляются какие-то отношения, даже дружеские, какое-то общение, вот, и, ну, это такое, как ходишь по тонкому льду. От, не знаю, звісно. Так, ну мені цікаво, ось вже якби закінчилося шоу, відчуття якби були тебе дуже сильні, ми всі це бачили. Mm-hmm. Що зараз з відчуттями? Вони погасли, ти ображаєшся чи не ображаєшся? Я би не сказала, що це якась обіда, це скоріше розчарування, насправді. І це розчарування повністю, якби, мої чувства, ну, може бути, не зовсім прямо на 100%, але воно якби погасило. А вот, потому что я посмотрела проект со стороны, и вообще после проекта что происходит. А особенно после проекта очень понятно, кто есть кто, как вообще обстоят дела. А, ну, я рада, что все получилось так, как получилось на самом деле. Тогда, конечно, я этого не осознавала, но проходит время, все больше и больше. Я понимаю, что все это к лучшему. Это огромный крутой опыт. Я вообще рада, что этот человек был в моей жизни, потому что благодаря ему я извлекла очень много ценных уроков. Ну, я рада, что это в прошлом, на самом деле. Я рада, что это в прошлом, и нужно двигаться дальше. И вот я даже сходила на свидание. Вот, мы сторис вами. Дивилася сторис, як там обирали сукню, збиралися. Чи не вважаєш ти, наприклад, що ти зараз перетворила трішечки Інстаграм на проєкт, що тобі не вистачає вибору, пошуків? Чи все ж таки ти просто хочеш ділитися з аудиторією? Ну, просто ко мне приходит очень много разных вопросов, вот, я еще пока ничего супер не рассказывала, но мне было как-то, не знаю, как будто я делюсь своими друзьями, просто мои подписчики стали моими друзьями, моей семьей, вот, они мне столько советов давали, на самом деле ценных, если бы эти советы я могла бы применить тогда на проекте, может, все сложилось бы не так, вот, я пока не планирую прям как-то очень посвящать людей в это, но немножко приоткрыть так занавес. Зараз твоє серце зайнято, чи все-таки воно вільне і знаходиться в пошуках? Ну, моє серце сходило тільки на одне свідання, ну, поки воно свободне. Ну, але ж дівчина завжди от може подивитись на хлопця і сказати з впевненістю, так, я за нього вийду заміж, або він мені не цікавий. Ну, тобто ми ж зразу так оп і просканували. Ну, цей молодий чоловік достатньо цікавий, посмотримо, що буде далі. Ага, ну, я... наступний сезон. Ну, я вже хотіла би, якщо і вступати в відносини, щоб вони були серьезные, привели к браку все-таки. Я не хочу же просто встречаться, лишь бы встречаться, занять чем-то свое время. У меня не так много свободного времени. Вот. И я хочу уже, если вступать в отношения, то уже для отношений серьезных, а не просто, чтобы погулять. Слухай, зараз відбувається кастинг на новий сезон «Холостяка». Mm-hmm. Дівчата, навіть в мене знайомі, туди активно ходять, щось там звітують. Чи не було в тебе якоїсь такої ідеї піти на ще один сезон «Холостяка», як робили
дівчата, які ж і були з тобою в сезонах, і з холостяка в холостяк, вони так сезонно бігають. Ні, 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 мені достатньо, спасибо. Мені понравилось, мені достатньо. Все-таки, да, 3 місяці зйомок. Ну, це ж не участь в фільмі чи щось. Все-таки, це реальна життя, ти проживаєш ці емоції, і... ну, это не так просто, как кажется, ой, там приду, там посижу. Если действительно ты влюбляешься, то это потом становится твоей жизнью. И человек становится для тебя важным. Это уже не шоу. То есть ты уже забываешь, даже, что там есть камеры. И просто для тебя это реальная жизнь. Вот. Нет, ну, але ж давай відверто. Багато дівчат туди йдуть заради там піару, або у них більше було дописувачів в Інстаграмі і так далі. Первоначально у всіх різні цілі для того, щоб піти на проєкт. Ну, ніхто не знає, як воно случиться там на проєкті. Вот. Одно дело, ну, пришел, ну, не понравился он или, ну, так, ну, как бы не критично, не травматично, ну, спасибо за знакомство, все, пошла домой. Вот, другое дело, когда уже появляется чувство, это совсем уже по-другому. Вот, это, даже если, может быть, какие-то были другие цели, все равно, как бы, ты уже концентрируешься на человеке. Поделись секретом, чи були там такі дівчата, які там казали... Мені холостяк от взагалі не подобається, абсолютно. Але я залишусь, тому що це шоу, я ж вже потрапила. Були такі? Та я не знаю, ніхто би таке сказав. Я взагалі вже мало потім общалась з дівчатами. Ти зараз з ними не спілкуєшся? Ні. Я таку дружбу не розумію. Я дійсно пыталась бути в хороших отношеннях со всеми на проєкті. Я нормально, нейтрально ко всем относилась. Вот. Даже если бы кто-то такое сказал, я бы никогда этого бы не рассказала, вот, и не вынесла бы это на всеобщее обозрение. Это дело каждого человека, по каким причинам он там был, зачем, как. Вот. Я знаю, я как-то не знаю, я нахожусь в центре своего мира, мне интересно, я, мои друзья, близкие люди, любимые люди, все. То есть это дело других людей, пускай они разбираются сами, так, своими мотивами. Це дуже класна позиція, вона мені подобається. І в мене, дівчата, є такий трішки перехід від шоу більше вже до тебе. Ти вже навчилася на проєкті, на що звертати увагу, розумієш, чим тебе захопив холостяк, і зараз ти ходиш на побачення. Давай зараз декілька апарат, таких пунктів вибудуємо для дівчат. Ось ми йдемо на перше побачення. На що ми одразу звертаємо увагу, коли бачимо хлопця? Внимательний ли парень? Як він там руку подає? Що там зі стулом, як діла обстоять? Як він подає, звертаємося, йдемо додому. Да, ну, все-таки, я не знаю, ми, дівчатки, вважаємо себе, і це одразу показує, як мужчина взагалі галантний, не галантний. А вот. Опрятный, неопрятный. Ага. Тоже бывает. Я когда-то ходила на свидание, парень пришел после спортзала, прям так и пришел в форме. А я на каблуках, в платье, я старалась, а он такой, да, я только зала, я такая... У мене була схожа ситуація, коли зустрілася з боксером, розвернулася і пішла, того ми не погуляли. Так, добре, зрозуміло. Опрятний, уважний, далі. Вот. Ну и как идет диалог, конечно, легко, нелегко с человеком. Можно, конечно, делать скидочку на смущение, стеснение. Вот мне, кстати, нравится, когда поначалу мужчина немножко даже стесняется. Угу. Это показывает то, что, скорее всего, у него немного женщин, наверное, или, может быть, не очень большой опыт. Ну, или, ну, как-то, вот, либо нравлюсь ей, действительно понравилось. Потому что если вот он такой весь уверенный подходит, такой, ой, да, вот такое создается впечатление, будто у него 10 девушек в день, и он уже такой на опыте. Поэтому... Причому ти 11-та. Да. Має значення, куди він тебе запросив? Ну, на самом деле, ні. Как бы, в основному це завжди кафе какое-то, или парк, ресторан. А якщо він придумав, давай так, на яке побачення ти ніколи б не пішла на перше? Ра-та-та. Можливо, куди? Не знаю, на кладбище сіла зовет. Ну, якщо він каже, там, не знаю, от я придумав, класно, ми їдемо там пригати з парашутом на першому побаченні. Ні, то прикольно, я би все одно согласилась. Це прям би, да. Так ти ж його взагалі не знаєш, а може він там якийсь маньяк. Незрозумілий, так? Ну, маньяки вряд ли вже бажають парашюта пригадить. Ну, как бы, ну, перше свидання, все-таки я хожу где-то днем, і тут я теж хотіла днем, ну, не вечером. Угу. То есть днем, в людном месте, парашют – это, в принципе, людный вещь. Вот. Людное место и днем. Вот совет хороший, чтобы точно наверняка. Если вдруг он маньяк, то можно было бы обратиться к кому-то. Так, з цією позицією ми розібралися. Я йду далі, тому що, мабуть, збираюся на побачення. Так, це ми зрозуміли. Якщо, наприклад, я збираюся на побачення, починаю спілкуватися з хлопцем, і от він починає якось себе вже вести на наступних зустрічах, ну, не так, як на перших. Тебе це відштовхує, чи все ж таки людина просто розкривається? От як тут зрозуміти? Чи це він, чи це все ж таки, ну, от він когось грав?
ну, не знаю, смотря в какую сторону оно раскрывается. Бывает, ты поначалу смотришь на человека и думаешь, да ну нет, да, наверное, нет, точно нет. Вот так у меня было во вторых отношениях. Помню, я сначала вообще не расценивала парня как потенциального парня, но вот со временем, своей заботой, вниманием он привлек мое внимание, и я такая посмотрела на него с другой стороны. Вот. Поэтому нужно просто смотреть, с какой стороны человек раскрывается. Может быть, сначала он просто стеснялся, а потом вот он тут и цветы дарит, и заботится, и ухаживает. Вот. Тобто ти за те, щоб давати людині другий шанс? Не второй, наверное, не надо, а просто дать человеку время для того, чтобы показать себя. Вот. Ну, хотя бы, ну, как бы не сразу рубить с плеча. Мені ще сподобалося, ти сказала про те, що я почала любити себе, подивилася на себе з іншої сторони. Mm-hmm. Це, мабуть, проблема більшості із нас, дівчат. Ми, в принципі, нафарбовані, але ось день люблю себе, день не люблю себе. Mm-hmm. А як от ти в собі вибудувала цей характер, ось цю якусь внутрішню силу того, що ти себе любиш? От просто так, що ти є. Поділись з нами секретами, тому що я вже починаю записувати. Ну, а прежде всего, это смотришь, когда смотришь проект, ты со своими недостатками просто становишься лицом к лицу. И поначалу, конечно, это шок. Во-первых, ты знаешь, как это было. Потом ты это смотришь еще со стороны, иногда стыдно. Я просто иногда такая сидела, думаю, боже, пожалуйста, быстрее. Я не хочу это видеть. Я некоторые эпизоды не смотрела, просила друзей пересказывать, потому что мне было за некоторые моменты стыдно. Круто то, что я поняла, что я не идеальна, и не надо только себя оценивать с хорошей стороны. Вот я такая хорошая, вот здесь я хорошая, вот здесь я хорошая, а вот негативные стороны свои, не закрывать на них глаза, нет, это не я. Вот я не такая, я только хорошая. Нет, я не только хорошая. Были моменты, где там я в каких-то сериях была такая высокомерная, ох, девочки, смотрите, какие духи мне подарили. Было, где я грустно и плакала, было, где я не могла сказать три слова, было, где я такая, сейчас я иду в бой. По-разному бывало. И я посмотрела, как бы недостатки, они не такие страшные, как мы думаем. То есть если их принять и проработать, некоторые можно проработать, некоторые нужно просто принять. Становится легче жить. То есть я уже перестала себя, грубо говоря, терроризировать, чтобы быть вот только хорошей. То есть я принимаю свои слабые стороны. Я знаю, что где-то я могу полениться, где-то я супер работящая, где-то грустная, где-то веселая. И это нормально. То есть принять себя с разных сторон и знать, что это нормально. То есть я человек живой, я не робот. Вот это самое главное. Мы, женщины, всегда пытаемся быть супер идеальными, идеальными мамами, идеальными женами, самыми-самыми лучшими. И когда есть моменты слабости, они есть у всех. Мы просто начинаем себя винить. Ой, я недостаточно хорошая мать, недостаточно хорошая жена. Не надо так думать. Нас любят за наши недостатки, за то, что мы не идеальные. Вот я очень часто пишу в своем инстаграме про то, что я не идеальная и ищу такого же не идеального мужчину, как и я. Вот, чтобы мы вместе могли наслаждаться жизнью, а не постоянно себя терроризировать, чтобы быть только замечательными. Понятное дело, что нужно стремиться быть лучше каждый день, работать над собой, но тоже не перегибать палку с тем, чтобы быть перфекционистом таким. Класно. Мені mm-hmm. дуже подобається ця твоя думка. І знаєш, все ж таки ти пояснила, що ти на прикладі шоу подивилася на себе зі сторони. Mm-hmm. А ці дівчата, які вони не брали участь в шоу, ну, наприклад, як я розумію, це може бути фотосесія. Зробити фотосесію, подивитися на себе під іншим кутом. Що ще от може бути таке? Ну, просто, знову ж таки, опираючись на якийсь свій досвід, і ти, будь ласка, на свій опираючись, поясни, як ти будувала цю любов до себе. Одяг, спорт, фотосесія, що ще? Розмови з кимось. Як? Ну, на самом деле, кстати, внешность — это самое последнее, что в итоге влияет. Просто я же говорю, как-то так интересно, когда ты перестаешь себя стесняться своих негативных сторон, а еще круче, когда ты их делаешь свою изюминку. Вау. Это как меня постоянно хейтили за то, что я говорю, ну типа короче. Я взяла и сделала свой мерч, написала на футболках, на носках, типа короче, а у меня еще чехлы есть. В общем, вау. Вот, и как бы негатив переделать в позитив, это вообще топ-левел. Посмеяться над своими недостатками, это как-то расслабляет, и людей рядом расслабляет. То есть когда я начала принимать себя, и людям рядом со мной стало легче. То есть я не осуждаю себя, и я не осуждаю других. Вот. Это очень круто не осуждать.
Вот как только перестаешь осуждать себя и придираться к себе, и других не осуждать, другим людям легче рядом с тобой находиться. Вот они не боятся что-то сделать не так, сказать что-то не так. Вот даже если что-то кто-то сделает не так, мы просто посмеемся над этим. И мужчинам так тоже легче рядом находиться. Вот. Ну, я это давно знала, а так я еще просто посмотрела со стороны и поняла, что это круто, это крутая фишка. Просто не осуждать себя, не осуждать других. Ти заговорила за Марчі, так? Mm-hmm. Відійдемо трішечки від теми кохання. Чим зараз займаєшся? Які там плани, да, типу питання, але там, можливо, в кар'єрі, в професії і так далі? Да, я вже 4 роки займаюся СММ, і у мене була така ідея, я винашувала її около року, щоб взяти свій курс, прописувала програму. І, ну, це була просто завжди така задумка, ну, коли-небудь я зроблю. А після проєкту проект мне дал возможность познакомиться с людьми, которые могут мне помочь в реализации моих планов. Организовать, подсказать что-то, дать какой-то совет. Поэтому как бы, теперь у меня есть команда, которая помогает мне организовать этот курс. Потому что организация — это на самом деле 50% самого как бы, курса. Это онлайн какой-то курс? Да. Вот, это будет 2-месячный онлайн-курс для новичков, где мы полностью разложим по полочкам всю работу СММщика. И это вот крутой курс, очень крутой, такой бомбезный. Я сама очень сильно уже жду, когда он выйдет, потому что это мое детище, как мой маленький ребенок, я над этим работаю. Ну и также продажи. Мне всегда нравилось заниматься продажами. Я уже об этом говорила, как я там продавала хлам на разных маркетплейсах. Вот, также продавала вещи. Вот, но сейчас я хочу это делать более профессионально, не как хобби, а как работу. Вот, я начала с мерча, со своими фразочками интересными. Вот сейчас хочу еще выпустить топы с фразой «Сегодня я стесняшка сорянчик». Это будет короткий топ для девушек. Вот, и все четенько, чтобы это была футболка. Вот, ну и разные другие. Это прикольно, людям нравится. Вот мне собой это нравится. Вот, ну и также у нас будет коллаборация с Харьковской трикотажной фабрикой. Вот уже отсняли первую маленькую такую коллекцию. Это женственная такая одежда. Вот. Женственная, наверное. Женственная. Какая? А я, кстати, показывала, когда на свидание шла. Но я не говорила, что это с моего магазина. Это тут такие обтягивающие, да? Такое? Ну, не все обтягивающие, просто красивая женственная. Все облегающее. Так, снова секрет. Я какие-то на побачення, маю вышло такое очень женственное, нежненькое, такое прикольненькое, да? Прикольненькое. Ну, скромненькое. Слухай, ну це дуже цікаво. Ну, мені так само хочеться зрозуміти, ти б комусь порадила піти ще на шоу? Чи ти така, дівчата, краще шукайте між нашими, між тими, хто ходить поруч? Були різні етапи. Я спочатку така советувала, потім я така, ні, ні в коєму випадку туди не йдіть, потім опять совета. От, ще ж вже пройшло час, я можу як-то більш об'єктивно оцінити. На самом деле, да. Я бы советовала пойти, если есть, будет такая возможность действительно пройти кастинг, если вас возьмут, стоит пойти. Понятное дело, что только одна найдет любовь среди там, 30 девушек, но даже если вы не найдете свою любовь, возможно, вы найдете себя. Вот. А порой это даже бывает ценнее. Это в любом случае проект меняет человека. Даже если находиться, мне кажется, там совсем недолго, все равно жизнь абсолютно кардинально меняется. Мировосприятие меняется, восприятие себя меняется. То есть это такая концентрация разных ситуаций. Это как такой психологический лагерь. То есть за короткий период времени мы проходим очень много таких ситуаций, которые в жизни мы бы прошли за 5, за 10 лет. Mm-hmm. Вот мы приобретаем опыт, такой экспресс-опыт. То есть взрослее, вот я, мне кажется, я повзрослела, ну, лет точно на 5, на 6 за время вот этого 3-месячного пребывания на проекте. Вот. Это круто, это прям поменяло меня, я стала реально более уверенной в себе, полюбила себя, приняла себя, поняла, что посмотреть в глаза своим недостаткам, вот это нужно иметь мужество, смелость, и потом, когда ты переборешь-то в себе, вот этот вот страх, стеснение себя, все, дальше становится жить легче. Вот как будто камень с души у меня спал, и я как-то, не знаю, начала дышать полной грудью после этого. Это очень круто, поэтому я бы советовала, да. Так, ти так надихнула, так розповіла. Мені здається, нам час вмикати рекламу, да, занотувати, записати. І поки ми підемо шукати себе, ви трішки відпочиньте і зустрінемося знову в нашій ранковій студії. Реклама. Так ось, і що там потрібно ще робити для того, щоб все ж таки налаштувати? Рекламу вмикайте, кажу, все, ми переходимо на жіночі розмови. Ви вмикайте нас. Глянь, підглядають.
Хлопці. Ну, якщо ви переглянули це відео, то ви 100% наш вірний та кращий друг. І ми раді тому, що ви разом з нами на телеканалі «Правда тут». І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube, щоб не впустити найцікавішу інформацію і найактуальніші новини. Ну і, звичайно ж, коментуйте кожен коментар. Ми особисто читаємо і на нього стараємось реагувати. Ну і тицяйте на той дзвіночок, аби не пропустити жодне з наших нових відео. We'll be right back.